Я считаю, нет ничего плохого в том, что люди хотят выглядеть хорошо. Я рада, что вот я являюсь девушкой такого поколения, когда сейчас так много разных средств, это замечательно. Это намного дольше оттягивает к моменту операции, потому что сейчас есть всяческие крема, всякие какие-то там новые процедуры, которые можно делать. Я не считаю плохо, если женщина хочет хорошо выглядеть. И мне, конечно, жаль, что женщины того поколения, которые вот были до нас, которым сейчас под 60, за 60, безусловно, не было таких возможностей, и им приходится сейчас прибегать к операциям. Какие-то подтяжки, которые, безусловно, к сожалению, иногда сказываются не очень удачно, и какие-то другого рода вещи, которые портят здоровье. Я хочу вот своему поколению пожелать, пожалуйста, берегите свое здоровье, занимайтесь спортом. И чем дольше вы будете заниматься спортом, будет собственный метаболизм работать, и тем дольше вы будете оставаться. Во-первых, это здоровье. Конечно, здоровыми. Потому что операция, каждая операция, она уносит какое-то количество лет жизни. Да и вообще это ничего хорошего не приводит. Это все, вы сами понимаете, это же наркоз, это общий наркоз, скорее всего, какие-то сложные операции. Поэтому, безусловно, максимально надо заботиться сейчас в юности о себе, чтобы быть красивыми, чтобы быть совершенными. Но для меня, например, красота, самое главное, это изнутри. Вот бывают очень красивые лица, и все подтянуто, и вся она такая тонкая, звонкая, но злой человек. И мне хочется отойти от нее, и я вижу 3 минуты человека, и на 4-й минуте мне хочется уже развернуться и уйти. А бывают очень обаятельные люди с обаятельными морщинками здесь. Это замечательно, мне хочется с ними продолжить разговор, от них тепло. И в первую голову красота, безусловно, это внутренняя красота. Что касаемо внешней, безусловно, я занимаюсь фитнесом. Я пока, естественно, мне не нужны никакие-то несерьезные вмешательства, никакие в принципе пока не нужны вмешательства. Но, безусловно, я могу сказать, что я уважаю людей, окружающих меня. Я хочу, чтобы они видели меня красивой. И, может быть, лет через 20, кто знает, это же природа, она когда возьмет какой-то верх или еще что-то. Я не отказываюсь, что я какие-то процедуры буду делать. Но я повторюсь, надо сейчас максимально заложить в себе столько здоровья, столько красоты и ухаживать за собой, чтобы эти какие-то вмешательства были самыми минимальными. Вот.